Добрый день! Хочу показать вам свою розу Супер Эксельза. Это роза Карла Хетцеля 1986 года. Рамблер. Высота ее где-то около 1,5 метров. В ширину она где-то 1,2 метра. Так я ее разложила веером. Вот тут у меня ракарий, огромные валуны. Тут хвойники. И почвопокровная травка. И там вот так вот выглядит роза Супер Эксельза. Из плетистых роз она у меня, наверное, самая любимая, потому что она цветет постоянно. В прошлом году я как-то даже не успела ее отчинковать, потому что у нее всегда цветочки. И мне жалко было срезать. Все думаю, отцветет, я потом срежу. И вот такая удивительная роза. Она, ей присвоен знак АДР. Она обладает отличной зимостойкостью. Легко ее укрывать. Я ее просто преклоняю вот к этому камню и накрываю ее лутросилом. То есть проблем с ней нет. У нее красивая, зеленая, темная, некрупная мелкая листва, а цветочки просто конфеты. В кистях собраны цветочки где-то 2 сантиметра величиной. И такой цвет у них малиновый, а серединочка немножко беленькая. И когда они отцветают, серединку видно. Такая роза, которой ничего не страшно. Ни дождик сильный, она никак-то на него не реагирует. Как стояла, так и стоит. Ничего. Просто вот настоятельно рекомендую, сколько у нее еще много бутончиков. То есть вот она начала цвести, и это будет продолжаться долго, до самых морозов. Красавица, красавица роза.